Давайте быстренько пробежимся по ингредиентам. Нам понадобится куриное филе, у меня здесь 3 штуки. Также понадобится примерно столовая ложка сладкой паприки, столовая ложка соевого соуса, мука, кукурузные хлопья не сладкие, без сахара. И также понадобится 2 яйца. Яйца просто нужно взбить. Белок вместе с желтком, чтобы соединился. На это тратится буквально 2-3 минуты. Обязательно присолим и приперчим по вкусу. И снова перемешаем. Кукурузные хлопья нам нужно немного измельчить. Это можно сделать таким образом. Все, довели вот до вот такой вот величины, скажем так, да. Вот мелкая получилась такая крупка. Крупная, вернее, крупка, но уже не хлопья. Так, теперь давайте разберемся с мясом. Отделяем малую часть. И потом вот наискось начинаем нарезать. Все отправляем в отдельную миску, где нам нужно немного замариновать. Давайте приперчим слегка и присолим также слегка. Отправляем наш соевый соус, сладкую паприку. И хорошенечко это все перемешаем. Нужно будет отложить в сторону буквально на минут 15, чтобы наше мясо замариновалось. Буду работать щипцами. Щипцами очень получается легко. Руки остаются чистыми. В первую очередь отправляем в муку. Делаем вот так. Яйцо. И кукурузные хлопья. И сразу же в форму. Мука, яйцо, хлопья. Все, теперь отправляем в духовку, желательно в разогретую духовку. Выпекать будем при 200 градусов примерно 30-35 минут. Красота наша готова.